Ну и, конечно, благоустройство общественных территорий Ирбита. В этом году основные работы пройдут в исторической части города. В разгаре второй этап реконструкции площади Ленина, а также подрядчики приступили к реализации проекта в Сиреневом сквере. Вчера глава города и его заместители посетили эти объекты. Проекты по благоустройству Сиреневого сквера и площади Ленина утвердили горожане во время рейтингового голосования в рамках программы «Современная городская среда». Эти две общественные территории вошли в государственную программу. Так что основную сумму на их воплощение в жизнь выделила область. На условиях софинансирования небольшую часть вложил и город. Оба проекта реализует компания «Армдрустрой». Первый проект, первый этап реализации площади Ленина был завершен к ярмарке прошлого года. Второй этап будет завершен к августу 2020 года. Это одно из поручений нашего губернатора. Я уверен, что оно будет выполнено в срок. Работы идут с опережением графика. Компания «Армдорстрой» также сейчас занимается и реализацией проекта по реконструкции Сиреневого сквера. Работы рассчитаны на 2 года. В этом году сделают пешеходные дорожки, обновят бюст мамины сибиряка, сделают освещение и установят малые архитектурные формы. Сроки определены, мы форсировать их не собираемся. У нас нет задачи во что бы то ни стало к визиту губернатора, к ярмарке Сиреневый сквер отремонтировать. Нужно сделать все качественно, чтобы это было надолго. К озеленению приступят лишь весной 2021 года. Высадят сирень, более 5 видов, а также другие кустарники и разобьют клумбы. Хочу сразу успокоить жителей нашего города. Те большие крупные деревья, которые здесь оставлены, и яблони, и вязы, их никто спиливать не будет, они все останутся. Будут дополнительно осуществлены посадки деревьев. Последний штрих в реконструкции площади и сквера – ремонт улицы Ленина. Новые тротуары, проезжие части, бордюры и уличные светильники, которые здесь появятся уже в этом году, придадут законченный образ исторической части города. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС «Орбит».